Добрый день! Меня зовут Анастасия Щетинник, пиар-менеджер у ДПО компании Inforoc. Хочу вас пригласить на курс «Организация проектно-исследовательской деятельности в ходе изучения курсов физики в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта». Автором является Михайлова Марина Александровна, социальный педагог высшей категории методист, и Симонова Анастасия Александровна, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории древнего мира и средних веков. Уважаемые коллеги, приглашаю еще раз на повышение квалификации кого? Это специалистов системы образования. Учителя школ, преподаватели специального и дополнительного образования, имеющих начальный уровень компьютерной подготовки. Учение теперь рассматривается не просто как передача знаний от учителя к ученику, а как совместная работа, в ходе которой учащиеся овладевают знаниями и приобретают опыт решения проблем. Активная позиция ученика в образовательном процессе приводит к трансформации взаимодействия между педагогом и обучающимися, а также между самими учениками. И звучит это заманчиво, но как это реализовать? Обратите внимание, ряд тем курса физики носит проблемный характер, который основан на историко-научных сюжетах, современных исследовательских ситуациях и даже этических вопросов. Это означает, что и учитель, и ученик сталкиваются с необходимостью действовать в незнакомых ситуациях, понимать изменения в общественной и научной жизни. Вот метод проектного обучения является эффективным инструментом в решении этих задач, поскольку он относится к личностно ориентированным технологиям и обеспечивает проблемное обучение и системно-деятельностный подход. Проектная деятельность предоставляет учащимся возможность для самостоятельности, творческой реализации и индивидуального подхода в образовании. Повышение квалификации позволит педагогам приобрести необходимые профессиональные новые знания и компетенции для ведения как раз проектной деятельности. И напомню, что наши курсы дистанционные, это очень удобно. И по окончании обучения вы получаете удостоверение установленного образца. Записывайтесь на курс.